27 октября 2022 года. Сегодня дождя нет, поэтому у нас сегодня громко. В основном, конечно, прилетает в районы наши 3К. Кировский, Куйбышевский, Киевский. Сегодня и на Петровку прилетала, Червоногвардейка. Поэтому больше всего в Кировский район прилетала. А сегодня опять тоже прилетала по Шахтерску. Вот такие дела. Отопления у нас нет. Ну и на улице плюс 11. Машинки вывозят мусор. Идем дальше. Одна машинка, потом вторая. Да, одна машинка, потом вторая. Аккуратненько. И третья. Смотри под ножки. Вечер, люди уже возвращаются с работы. Очень красивое небо сегодня. И уже очень ветрено. Очень-очень ветрено. Бахает. А там вот что-то непонятно, то ли это дым. Потому что... Да. Пошли. Mm-hmm. Что ты жуешь? Смолку. Живицу? Да. Показывай. Ну, какая у тебя натуральная жвачка, да? Mm-hmm. Лучше, чем такие, которые в магазине продают. Mm-hmm. Там у нас мои документы, которые я все хотела снять для вас. Вот видите, ну уже вроде бы работает как бы. Так что есть вот у нас мои документы. Пойдем, зайка. А что это такое там? Офис, там где можно всякие документы оформлять. Поднимай свою собаку. Пойдем. Пока ничего не прилетело. Бахает и бахает. И так мой пёс уши поджимает. Да. Короче, посмотрели мы на всякие соусы в магазине. Решили сделать сами. Купили томатную пасту. Купили уксус яблочный. Кстати, он пригодится. Будем еще волосики ополаскивать. Здесь паприка. Сушеный чеснок. Универсальная смесь. Мы берем у узбеков. Куркума. Соль. Кориандр. Черный перец. Кориандр, черный перец и что-то. Есть. И солька. Да, вот водичка теперь перемешиваем. Сейчас надо будет, наверное, еще водички добавить. Ну, может, хватит. Сейчас посмотрим. У Алекса тут постройка такая огромная. Это что у тебя? Это машина военная. Угу. С пушками. Тут пушка и тут пушка. Там у тебя еще дверки открываются. Да. Ну, покажи. И окно есть. И окно есть. А тут проход. И там проход. Сейчас лестницу достану. Оп. Все работает.
на настоящий. Вот. Угу. Чтобы забраться. Угу. Давай. Там. Как всегда, заряжают эту пушку, выпрыгивают. Лестницу убирают. Вот это же получается там проходит это боеприпасы. Вот тут вот стоит. Коробка полная. Где садись, кушай, повар. Да. И этих надо покормить. Давай, давай. Сейчас и надо покормить. Кушать, Саня. Так, сейчас. Приготовлю соус. Помню. А где твоя ложка? Ложка, ложка, ложка. Ложка, ложка, да. Где твоя ложка от соуса? Мычки. Сполоснуть надо, сполосни ее. Можешь положить? Кстати, приготовили соус. Вот это сочетание яблочного уксуса, чеснока и вот этих вот всех специй. Получился запах именно вот соуса краснодарского. О, мама, как удивительно! Так, вкусно пахнет. Алекс уже попробовал соус, уже понравилось. Да. Ну, давай. Можно в кашу? Добавляй, добавляй в кашу. Кушай. Это лучше, чем всякие вот эти вот кетчупы, которые продаются. Кетчупы и соус. Без всяких загустителей, консервантов и всего прочего. Вот. Он вулкан делается. Угу. Ты оближи ложку. Вкусно? Да. Закусывай кашей. Сейчас перемешаем. Каша у Алекса это рис бурый и красный, нешлифованный, и чечевица красная. Полный набор аминокислот. А у нас уже появилась хурма. Вот это вот по 100 рублей привезли. Взяла хурмы, сейчас помою, порежу и отправлю в сушилку. Будет у нас теперь в сушилке. Так, уксус забыла убрать. А это Алекс попросил халвы. Ну, халвы, ну, мы обычно берем на фруктозе ему. Этот раз на фруктозе не оказалось, поэтому взяли семечки. Сластитель у нас вот такой. А здесь у меня ванилька. Вот там она, ванилька. Здесь у меня еще кунжутик остался. Сейчас перемелю семечки. Добавлю стевию. Еще масло добавлю оливковое. И будет халва. У нас сегодня день воды. Я запаслась. Но это у нас только на кухне то, что стоит. Еще набрала полный бидон и 12 штук 5-литровых бутылей. Надеюсь, хватит до следующего дня. А еще у нас мой маленький бидон и еще одно ведро есть в туалете. 12-литровое. Вот так. Кто там ходит? И одежда под мышки. Одежда под мышки. Одевайся. Вот такие у нас дела. Отопления нет, и вечером это очень хорошо чувствуется. Все закрываем, чтобы нигде ничего. Хотя я привыкла к свежему воздуху, я не могу вообще находиться вот на закрытом помещении. Нет. Ну, ставим окна на зимнее проветривание, чтобы тихонечко хотя бы там, чтобы куда-то воздух заходил. А спим под двумя одеялами. Ну, а так. Сейчас опять затихло. Не знаю, как там будет ночью. Завтра у меня длинный день. Надеюсь, все сделаю, что нужно. Суббота-воскресенье у Алекса скрипка. Вот. И вперед. Потом с понедельника опять работа.